Последний день новогоднего наступления Wargaming не могли не облажаться. Снова произошел какой-то глюк, и танки нельзя отремонтировать. Так они и будут стоять какое-то время, и на них нельзя играть. Ну что ж, хорошее завершение нового года. О, танки отремонтировались. Ну-ка, этот. КВ-5. Отремонтируйся, дружок. Ну, что ж делать? Раз делать нечего, пойдем искать котов. В своем недавнем видео про то, как делалось новогоднее наступление, как делался этот ангар, разработчики сказали, что в ангаре 4 кота. И мы добавили 4 котика в ангар. 3 на виду, а 4-го спрятали. Ну, я надеюсь, те, кто его нашли или найдут, у них в этом новом году как минимум одно, ну, какое-нибудь классное желание оно сбудется. Я нашел 3. Вот первый кот. Второй кот сидит с мужиками. Ждет, пока ему кусочек рыбки дадут. А третий кот музыкальный. 4-го кота я как не искал, так найти и не смог. Я рассмотрел все дерево сверху донизу, побывал в бане, во всех домах, даже попытался заглянуть под танк, и тут нет кота. Зато я нашел очень прикольные, так сказать, ошметки разработки. Падаем сюда, и тут у нас мужик на шине катается, даже снежок летит. Не знаю, где подразумевалось, что он будет кататься, но, по крайней мере, моделька сделана. Скорее всего, он должен был кататься с вот этой горки и съезжать прямо к снегурочкам. Но в последний момент решили не заморачиваться и поставили там лесенку. Ну что ж, праздник закончен. Осталось последнее. У меня не собрана только одна коллекция волшебного нового года. Осталась последняя игрушка. И последний антиповторитель. Все, все 4 коллекции собраны. На этом новый год закончен. Можно разряжать елку. И кстати, если вы нашли 4-го котика, скажите, где он? Я подозреваю, что он где-то находится в игрушках, но у меня они в ангаре не все, поэтому я просмотреть все не могу. Буду признателен, если поможете найти 4-го.